Бэби Мэлла, кто такой? Угроза обществу, и ему всего 14 лет. Почему? Где? Когда? В 7 лет наш бро уже выступает на сцене и читает стихи, потому что его заставляет бабушка. Не надо бояться густого тумана, не надо бояться пустого кармана. Она же и виновник всего того страшного, что я расскажу далее. Ведь именно из-за нее у Бэби Мэлла появляется любовь к творчеству, а взрослея под влиянием сверстников и веществ... Уже 4 близких умерло от этой темы. R.I.P. Финескин, R.I.P. Киев, R.I.P. Ром в коме, R.I.P. мой химик, какой же он был ебанат. Он ложит на себя тот опаснейший образ рэпера. Понимает то, что ее парень лох при виде Мэлла, часто замечаю за этим. Реально. Если что, это все неправда, мы врем в трек. Наш пациент входит в состав Hood to Hood Gang, который известен вормгенгером. Дрил, бля, все базарят за дрил. Да че они знают за дрил? Не так давно тот отправил рэпера Марка Найн в больницу. Да ёпте! Hood to Hood! Hood to Hood! Мы сделали все красиво, все по красоте. Я настоятельно рекомендую тебе поставить лайк, ведь после этого видео меня не станет. Гого также является основателем Трикомас Гэнг, записывает музыку в стиле Мичиган рэп, фитует со своими друзьями. Ну-ка выбирай, куда тебе будем стрелять, со мной с паром, со встречи двое заряженных. И что интересно, у него даже есть фит с покойным Янг Трэппой. На моей суке своих супер, детка, я как Элли Супер. Ролю на жопе у суки, мне похуй, не дую, но делаю грязно. Она... В своем телеграме этот чел тупо угрожает людям, демонстрирует холодное оружие, стреляет из травмата прямо в своей квартире. Пацаны, подходите ко мне на улице, устраивайте кипиш, спрашивайте с меня. Я всегда только за. Я всегда только за. Утверждает, что он грузин. Я грузин еще. Говорит, что продавал наркотики. Уж точно, что и было у него с наркотиками, так это связь с его организмом. Что реально за ним стоит братва, готовая убить за него. И это очень страшно. Я бы не советовал ссориться с этим парнем себе. Но что ж поделать, надо снять видео. Хотя благодаря такому образу Бэби Мэлла становится популярнее, его поведение может сыграть с ним злую шутку. Ведь на каждую рыбку найдется рыба покрупнее. И кто-то дает. Даст ему отцовского леща. Он напоминает мне молодого Янг Трэппу. Вот он просто встает, короче, и просто наваливает. То есть ему не надо там думать, выдумывать. Натурил прям так. Он просто встает про при всех. 30. А как он закончил, вы и сами все знаете. Локальную известность получил после трека Welcome to my stud. Welcome to my stud, если ты хочешь дыма. Я, да и не только я, были просто ошеломлены тем, как 14-летний парень может такое выдавать. Хотел бы я сказать окстись, но скажу, пожалуйста, не останавливайся. У него также есть тикток хит «Дети депутат». Папа, скинь мне денег, папа, скинь мне денег, эй. Папа, скинь мне денег, папа, скинь мне денег, эй. Что говорит о его родстве с высокопоставленными органами власти. Это значит, что его успех проплачен. Он выпускает альбом «Хуй из Мэлла», который за неделю уже собрал более 300 000 прослушиваний. Такси же это ру. Bulletproof, она хочет дать мне буф. Мне похуй на его сама, ведь моя сама. Baby, что ты ожидаешь? Посмотри в мои глаза. Детка, я с самого рождения не смотрю назад во все дела. Кстати, мои любимые треки из него это Солярис. Такой ебальник и садись в боссу на Хендай Солярис. Да, только Солярис. А что понравилось тебе, напиши в комментариях. А обязательно. Свой образ он подогревает кружочками в Телеграм по схематике Токсиса, до того как он стал известен в этом видео.